Мы уже говорили о том, что кандидатуру в Рио главы Чувашии Олега Николаева поддержали члены регионального отделения партии «Единая Россия». На региональной партконференции делегаты, а их, к сведению, собралось 105 человек, проголосовали единогласно. Все подробности в нашем сюжете. Юбилейная 30-я конференция Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» началась после обращения Владимира Путина к жителям страны. Излишне говорить, что все участники поддерживают решение главы государства о дополнительной поддержке граждан. В условиях пандемии региональным властям приходится предпринимать множество усилий, чтобы сохранить качество жизни и экономическую стабильность. Мы с вами вместе запустили такое очень широкое, глубинное обсуждение направлений нашего развития. Планов по реализации тех задач, которые стоят по этим направлениям. И вы знаете, и на площадке Высшего экономического совета, большинство из здесь присутствующих работают, мы провели достаточно много дискуссий отраслевых, муниципальных, территориальных и наметили себе очень-очень-очень много задач. Многие участники конференции успели поработать с Олегом Николаевым и составить свое мнение о нем как о политике и руководителе. Вопрос о поддержке его кандидатуры на предстоящих выборах споров не вызвал. Присутствовавший на конференции секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что знает в Рио главы как человека, любящего свой родной регион. Он подчеркнул, что Олег Николаев – кандидат президента. Никаких сомнений по поводу поддержки Олега Алексеевича у нас нет. По нашему общему мнению, настало время консолидации всех сил, здравых сил. И зная Олега Алексеевича, уверен, что вот точкой такой консолидации может быть именно он. Вторым вопросом повестки дня делегаты рассмотрели кандидатуры секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». На этот пост претендовали Сергей Михеев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Республики, и Алена Аршинова, депутат Нижней палаты парламента России. Тайным голосованием большинство голосов было отдано депутату Государственной Думы. Мы опираемся на мнение избирателей. Оно часто бывает очень острым, критическим. Но при этом для нас любое мнение очень важно. Из этого мнения, как уже подчеркнул Андрей Анатольевич, у нас складывается народная предвыборная программа. И мы ее последовательно реализуем. Мы сделаем все возможное, чтобы, несмотря на трудности в экономике, несмотря на спад мировой экономики, сделать все возможное, чтобы те деньги, те налоговые отчисления, которые попадают в федеральный бюджет и в региональный бюджет, сработали на каждого человека, живущего в Чувашской республике. Преодолевать любые трудности легче вместе. В нынешних условиях только консолидация всех сил позволит решить задачи по расширению социальной поддержки граждан и выравниванию экономики. Важна была поддержка «Единой России», как партия, которая представлена большинством депутатов во всех представительных органах, как регионального уровня, так и муниципального уровня. Важно вот эти коммуникации выстраивать, причем двусторонние. С одной стороны, от власти к народу через депутатов, с другой стороны, обратно, для того, чтобы через обсуждение вырабатывать очень эффективные решения и решать задачи через приоритизацию. Анжелика Григорьева, Игорь Зверев, Республика.